сегодня турнир, который возобновляет губернатора, выносит статус межсезонного. Будем его дальше продолжать. Очень рады, что команда вернула свое законное имя, «Обичка», и уверен, что у нее большое будущее. Статус турнира у нас сегодня еще благодаря команде из Казахстана имеет статус международного. По всем желаю хорошей игры. Конечно, молить за вас, девчонки, за «Обичку». Вперед, к победе! Весь город ждал очень зрелищной игры. Это было очень важно как для нашей команды, так и для местной. Все-таки команда возродила свой волейбол. Это почетно. Мы ждали сопротивления, потому что первые две игры оказались не самые для нас как бы сложные. Но, мне кажется, все увидели хороший, достойный волейбол, классные взаимодействия и эмоции. Все их получили. Я рада. Всем спасибо, что пришли. Я считаю, что это неплохой результат. Да, хотелось бы в сегодняшней игре дать больше отпора, зацепить партию, вторую, возможно, и победу. Но команда «Динамо Митар» очень опытная, сыгранная и все-таки лигой выше. Поэтому для нас самое главное – это большой опыт именно в предсезонном турнире, сыграться и подготовиться к чемпионату. Поэтому хорошо, у нас и команда получилась так по нарастающей, по силе. Поэтому я считаю, что турнир удался. Для нас это интересно, для того, чтобы попробовать свои силы, как бы сравнить себя. Плюс ко всему, у нас впереди после этого будет еще время для того, чтобы сделать работу над ошибками и подготовиться к своему чемпионату. Лично от себя хочется поздравить команду Омска. Хочется надеяться на то, что команда сможет вернуться в Суперлигу, потому что я помню, когда команда «Обичка» выступала в Суперлиге и показывала там очень хорошие результаты.